Всем привет, с вами Маша еще, и сегодня я хочу вам показать вот такую кассу. Включаю. Здесь можно решать математические задачи. 90 минус 50. Равно 40. Также есть кнопочка, чтобы стереть. Здесь есть отделение для денег. Вот так можно положить. Также здесь еще есть отсек, куда можно ложить вот так монетки. И там они будут появляться. Вот. Тут закрываются. Вот две наши монеточки, которые я ложила. Также их можно вытаскивать. Очень удобно. Вот. Также здесь есть весы. Они взвешивают, и у них выявляется тут цена и вес. Можно любые продукты взвешивать. Например, колбаса. Вот. Что еще есть? Также их можете оплачивать кредитной карточкой. Вот. И есть сканер, чтобы пробивать продукты. Вот. Также выявляется цена. И вы также можете оплачивать наличными или карточкой. Также вы можете не пробивать сканером. У вас тут есть одежда. Кнопки, которые все это говорят. Косметика, сладости, техника, продукты. Также есть и музыка. Эта кнопочка может менять режимы. Теперь вместо того, чтобы она будет говорить продукты, техника, она будет проявлять музыку. Также тут есть режим. Вот. Это если на вопрос нажать, да? Да. Только обязательно, когда хотите вот это нажать, вы нажимаете на вот эту кнопку, потому что так, просто так она не будет вам работать. Вот, ну, кстати, второй режим есть, она просто цифры нажимает. Да. Косметика. Вот, например, у вас говорит косметика, там еда. Просто нажимаете на эту кнопку, и теперь вы можете... Где цифра 3? Если просто нажать, так. Она будет сама нажимать. Да, если просто так нажать, то она будет вам пикать. Нет. Вот. Смотри. То есть тут ничего не делается. Включи а мне. А если поменять, включаем. А еще раз теперь нажми на вопрос. Где цифра 9? Где цифра 2? Как там третий режим-то? Где цифра 7? У вас просто все-таки. Вот такая интересная касса. Тут есть даже еще и микрофон, который говорит. Внимание, внимание, потерялся мальчик. Касса номер 5 свободна. Проходите на кассу номер 5. Вот. Если кого-то интересует микрофон, то покупайте вот такую кассу. Вот у нее очень хороший микрофон. Громкий. Да. Такая касса хорошая, мне она понравилась. Выключаем. Много режимов. Ну ладно, всем было интересно. Спасибо тебе, Маша. Всем пока, ставьте лайки. Вот и нам еще лайки ставить.